С нового года владельцы частных детсадов республики могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку. Речь идет только о тех учреждениях, которые имеют лицензию. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Башкортостана Ильдар Мавлетбердин. Развитие негосударственного сектора в дошкольном образовании обсудили участники круглого стола, организованного РБК Уфа совместно с Центром инноваций социальной сферы республики. Как заявили специалисты, сегодня в регионе 33 субъекта бизнеса владеют сотни детских садов, и за перегруженности групп в государственных дошкольных учреждениях рынок имеет большие перспективы для развития. С 1 января будущего года частные детские сады получат по 300 тысяч рублей единовременной выплаты на каждого воспитанника ясельного возраста. Эти деньги можно потратить на ремонт и оснащение детсада. Минобразование уверены, такая мера станет дополнительной мотивацией для бизнесменов, как можно быстрее получить лицензию. Руководитель Центра инноваций социальной сферы республики Ирина Абрамова тоже считает, что предпринимателям необходимо помогать как в форме консультаций, так и материальным. Государство не совсем справляется в этом направлении. Ну, например, создание групп негосударственных для детей до 3 лет – это однозначно очень сейчас перспективное направление. И нам бы очень хотелось, чтобы в рамках развития социального предпринимательства в республике это направление было всячески поддержано на системном уровне. Детским садам дети с 3 лет до 7 почти 100% обеспечены детскими садами. Конечно, государственными детскими садами. Я понимаю, что очень большая перегрузка. Необходимость частных дошкольных учреждений тоже велика, потому что родители хотят, чтобы их дети занимались. У них для детей было большое пространство. До конца года в Башкортостане ведут почти 3000 мест в государственных детских садах для малышей до 3 лет. Еще около сотни детей ясельного возраста обеспечат дошкольным образованием за счет негосударственного сектора. Кроме того, в Стерлитамаке вводится практика выдачи сертификатов, с помощью которых родители могут частично оплачивать посещение детьми частных детских садов. Пока эту программу реализуют в пилотном режиме.